Праздник «Орловская книга», объединяющий писателей, краеведов, работников библиотек, музеев и архивов, проводится в областной столице уже в 19-й раз. Наша задача – рассказать о нашей «Орловской книге», о той традиции 200-летней книгоиздания, которая сохраняется в нашей области. На празднике представили лучшие книги региона, определили лауреатов и победителей. В числе награжденных – профессор, ведущий программы «Прогулки с краеведом» Виктор Левцов. Власть, которая не интересуется книгами, не имеет будущего. У нормального чиновника, у нормального человека, работающего во власти, всегда должна лежать книга на столе в обязательном плане Орловского издательства.